Но вот эту медаль я получил за подготовку чемпиона Советского Союза. Наград у Геннадия Переверзева за 60-летнюю спортивную карьеру накопилось несколько десятков. Три за подготовку чемпионов Советского Союза, остальные за собственные победы на боксерском ринге. А ведь в 15 лет, когда парень решил заняться спортом, тренер не поверил в него. Я пришел в спортивный зал, который был рядом у нас. Ну, тренер на меня посмотрел, ну, как он потом мне говорил, когда я уже стал результаты показывать, что ты пришел, у тебя тут сопли висят, ты такой дохлый. После окончания горного колледжа на Украине парень переехал в Преамурье, и на первенстве области по боксу ему не нашлось равных. Спортивную карьеру продолжил в производственно-техническом управлении связи, потом в школе Олимпийского резерва. В последней и воспитал настоящих чемпионов. Первый победитель – это Вячеслав Кушнарев. В 1971 году он стал чемпионом Советского Союза, чемпионом России. Ну, первый мастер спорта международного класса в боксе – это Вячеслав Куштарев. Где-то это он в 1976 году получил. Затем за ним пошел такой ведущий боксер, это Дмитрий Болегузов, который уже побил рекорды. Сам же заслуженный тренер на ринге в последний раз был в 30 лет. А вот его супруга Надежда, спортсменка с 57-летним стажем, до сих пор играет настольный теннис. В июне вернулась со всероссийских соревнований. Занимается спортивным ориентированием и участвует в походах на байдарках. Когда садишься на катамаран, весь вот так вот дрожишь, но преодолеть вот это, и когда преодолеешь вот этот страх, и проходишь, и вот радость такая победы, радость победы, вот самое настоящее, как вроде над фашистами победил, а победил собственный страх всего-навсего. В одном таком походе на Алтае в 2004 году Надежде удалось запечатлеть президента России. Наши что-то там ловили рыбу, значит, и бегут, кричат: «Надежда, хватай фотоаппарат». Я думаю, что там такое? Схватила фотоаппарат на берег, и плывет вот эта как бы группа на рафтах. И на первом рафте сидит Владимир Владимирович Путин. А в воскресенье Надежда Гавриловна отправляется в очередной сплав по рекам Хани, Олекме и Лене. Вернется через 20 дней. Анжелика Павлова, Михаил Величкин. Программа «Город».